У многодетного отца второй день рождения. Он пришел в себя спустя трое суток в реанимации. Туда 35-летний мужчина попал после того, как его буквально вытащили из петли. Вспоминает, что повеситься в сарае он решил после встречи с сотрудниками полиции Мохтаральского района. В участок меня привели, надели на меня наручники, а кто-то сзади подошел и начал душить. Душили и говорили, чтобы я взял на себя какое-то преступление. Я несколько часов там провел, жить после этого совсем не хотелось. Решил повеситься, чем с таким грузом жить. Нурмана Ахметова мохтаральский полицейский заподозрили в уголовном преступлении, которое произошло в Алматы. Оттуда прислали ориентировку, на которой в числе злоумышленников был отец троих детей. В участке, рассказывает мать, сына, похоже, очень жестко пытались убедить, что это он натворил дел в южной столице. Жена все время плачет. Дети за отца переживали. Сыну сказали 10 тысяч долларов принести или на себя взять преступление. Ясно же, что это подстава. Теперь у больницы круглые сутки односельчане дежурят по очереди. Говорят, боятся давления со стороны полицейских. Люди в погонах уже лет 10 держат в страхе жителей аула Асыката. А после инцидента с пытками терпение лопнуло, возмущаются люди. Вместо того, чтобы закон соблюдать, сотрудники УВД якобы беспредельничают. Мы бандитов не боимся, только полицию боимся. Они все бизнесмены. Один построил лаваш-центр, второй трехэтажный садик. Они только так делают деньги. Парни стоят там, они подбрасывают наркотики и так деньги вымогают. А мы простые дихкани. Что летом заработаем, всю зиму им отдаем. С требованием прекратить произвол сельчане пришли прямо в участок. Только диалога не получилось. Местный начальник сразу заявил, на них жалуются родные тех, кто имеет за плечами судимость. Правда, отметил, что с последним пострадавшим действительно вышла осечка. Мол, ошиблись. Подозреваемый к нам зашел в 17:25, через три часа вышел. Это все есть на камерах. Были ли наручники и пытки, выяснит следствие. У него есть царапины, но экспертиза выяснит, из-за наручников ли. Я сейчас этих людей первый раз увидел. Какую цель они преследуют, не знаю, но это клевета. В районной прокуратуре заявили, по факту пыток группа лиц проводится досудебное расследование под подозрением сотрудники полиции аула Асыката. Местные жители, между тем, настроены решительно и намерены требовать увольнения всех, кто был причастен к пыткам. Полицейские же тоже не будут сидеть сложа руки и готовят иск о защите своей чести.